В этом году масленичная неделя отмечается с 4 по 10 марта. Встретить Масленицу мы решили на центральной площади Читы. Слово «встреча» очень правильно, потому что первый день масленичной недели называется «встреча». И сегодня первое мероприятие на площади Ленина. 18 часов мы встречаем артистов здесь и открываем ярмарку, которая все эти дни будет с 18 до 21 часа работать на площади Ленина. 6 и 8 марта всех читинцев будут угощать блинами, а в воскресенье состоится масленичное шествие. Оно стартует на площади Декабристов и завершится на площади Ленина. Каждый вечер масленичной недели, как обещают организаторы, будет интересным и насыщенным. Песни, танцы, хороводы. Несмотря на только что выпавший снег, веселые проводы зимы озарены ярким ожиданием тепла. На площади Ленина сегодня действительно жарко и интересно. Метание валенок, бег в мешках и еще множество других игр и конкурсов, победители которых получали призы. Жители Читы не уйдут с плохим настроением. Это народная традиция. Блины с икрой. Друзья, хорошо, что сейчас стали так активно праздновать, и на улицах гуляния всякие, это здорово, в костюмах, танцы, прибаутки, шутки. Вот на такой праздник, честно говоря, случайно, я вообще даже не знал, что начало масленичной недели вообще отмечается. По-моему, всегда это было только вот последний день. Так что в этом году как-то значительно интереснее, чем обычно. Этому городу очень нужны яркие мероприятия. В нашем городе и так хватает серости и холода, так что хочется чего-то яркого и веселого. Это действительно здорово. Последний день проводов масленицы организаторы обещают даже снежный городок, если, конечно, весна не придет раньше и не растопит холодный стройматериал. Иван Тимофеев, Анастасия Шадрина, ЗапТВ.